Стыковочный отсек уже близко. Вам осталось пройти мимо охранников. Они не знают, что мы здесь. Им же хуже. Там. Враг атакует! Атакует! Оттуда так просто не выбьешь! Всем пора взбодриться! Выпускаю стимуляторы! А вот и ГЛОТ! Ракетную турель туда! Ракетная турель готова к бою! Закладывайте мину! Вверх и в сторону! Мина установлена! Хорошо сидят, мрази! Прибывайте защиту! Активируй ручная граната! Вали его! Он их командир! Забрались! Вот у них щиты! Бей! Перерывай! Эй, командир, хоть щиты! Навали! Ставь ракетную турель! Ракеты готовы! Командир чинит технику! Нам пора взбодриться! Сейчас будет лучше! Давайте глота! Берегись! Поднимаю! Не теряй темп! Почти провали! Красота! Ракетная турель подбита! Атакую! Не давайте им чиниться! Осторожно! Утон! Наш лот у них! Они в броне! Что-то мне нехорошо! Всем пора взбодриться! Вот и стимуляторы! В атаку! Прицеливаюсь! Прикончить его! Бью по указанной цели! Из меня кровь так и хлещет! Ракетную турель туда! Ракетная турель готова к бою! Ставь здесь мину! Они подходят! Выбейте их! Алле-оп! Пробейте его щит! Поставьте щит туда! Щит поднимается! Избавляйте! Перезаряжаюсь!
Забрались! Выпускаем стимуляторы! Щит снят! Дрон! Он их лечит! Атакую! Глот! Закладывайте мину! Мина установлена! Разгоните их оттуда! Так, мозаика говорит, что вы в безопасности. Врата с той стороны. Скорее, пока никого нет. Часов начнется полномасштабное вторжение. Так, док, я у ворот Венна. Вы можете забрать Лока. Понял. Возьму его и сразу вернусь к вам. Барнс, готовьте рейнджер. Нам нужна... Транспорты, идущие вниз, заблокированы. Я ничего не могу... Тебе некуда бежать. Выходи. Я тебе кое-что покажу. Зачем бежать от неизбежного? Это еще кто? Твои собратья зовут меня... Скажи это своим солдатам. У нас гости! Их оттуда так просто не выйдет! Нервы идут! Всем нам пора смотриться! Тебе, заключенному, даже понравится новая свобода. Я не стану твоим рабом. Печально, что ты воспринимаешь это. Всем пора смотреться. Вниз не получится, но можно подняться. Тут нужен щит. Есть щит. А вот и глот. Ставь ракетную турель. Ракеты готовы. Надеюсь, у вас есть план. Картер, прием! Барнс, мы здесь, на крыше башни. Ты думаешь, что остановишь вторжение? Ты даже сбежать не сможешь.
так. Покажись, фюрер. Ты сам ко мне придешь в свое время. Давай, ублюдок, вылезай! Пахнет жареным. Всем в укрытие! Раз вы понимаете только язык силы. Господи боже, вы видели? Двигаемся. Если эта дрянь пробьет на полную, ничего не спасет. Собрались. От истины не укрыться. Огонь! Рви его! Давайте глота! Ракетную турель туда! Больно! Я ранен! Помогите! Спасибо. Ты хотя бы представляешь, какие силы тебе противостоят. Воду! Твоя борьба могла бы вдохновить других, но исход предопределен. Всем пора взбодриться! Поставьте щит туда! В атаку! Сосредоточьтесь на этой цели! Помоги мне! Помогите! Зачем страдать? Вот так. По мне стреляют. Господи боже, вы видели? Ставь ракетную турель. Сдвигаемся. Если эта дрянь пробьет на полную, ничего не спасет. Больно! Всем пора взбодриться. Пробейте его щит. Огонь! Нужна помощь! Вы не можете победить. Вы видели? Двигаемся. Если эта жизнь пробьет на полную, ничего не спасет. Мы еще здесь, фюрер! Огонь! Какой-то мелкий кораблик. Подумайте, что вас ждет при встрече с чем-то... Повторяю! Вы меня слышите? Барнс, забирайте нас. Живо! Аллилуйя! Вы живы! Я на подходе. Сейчас буду... Отлично, Картер. Вы это сделали. Да, только какой ценой они побеждают. Но плод, который вы добыли, мы сможем отомстить.
Башня еще пересылает людей. Если мы поторопимся, скорее всего, успеем их спасти, пока... Может, скажете, что происходит? Ученые разработали тест, чтобы выявлять шпионов. Проверяем всех на входе и выходе с базы. Этих в карантин. Как жаль до Силву. А, Фолк? Генрих смог выделить отдельный приказ мозаики. Для людей это просто шум. Ну а для чужих... Нечто большее. Начинайте. Есть реакция. Это как-то неправильно. Еще. Я, Уильям, Уильям. Картер, Уильям, Картер. Агент Картер, мне горько извещать вас об этом, но... Где Джулия? Пока вас не было, произошел несчастный... случай. Что? Чушь. Что случилось? Пожар. У вас в Арлингтоне. Джулия и Ричард. Не годен к службе. Вы пьяны, агент. Идите, разбитесь. Джулия. Это ваш третий дисциплинарный проступок, агент. Это ваш третий дисциплинарный проступок, агент. Уилл! Пустите вы. Да. Я тоже. Я спасу их. Мама! Пустите. Пустите вы. О, мы очнулись? Да. Ну и как, он убедился, что я человек? Но вы же живы, а? Вроде того. Директор сказал, чтобы вы зашли к нему, когда проснулись. Не заставляйте его долго ждать. Картер? Прием? Меня кто-нибудь слышит? Есть кто живой? Я уже умер? Если так, я ждал чего-то. Сражен. Я хотел поговорить о вашем тесте. Можно вас на пару слов? Примите мои глубочайшие извинения, Уильям. Но, как видите, у нас сейчас более срочные дела. Этот человек заражен. До сих пор заражений на базе не было. Может, это очередной побочный эффект вашего теста? Найн. Я уверен, что заразу принесли извне. И я прошу вас, найдите ее источник, не поднимая паники. У меня чуть голова не лопнула во время теста. Это же ненормально. Возможно, это произошло потому, что вы раньше сталкивались с артефактом чужих. Скажите, что вы почувствовали? Что кто-то хочет пробить мне череп изнутри и вылезти наружу. Я едва не потерял сознание. Да, и вы что-то сказали. Ваше имя или звание? Не представляю. Пару секунд я был как в тумане. Я рад, что вы снова с нами, мой друг. Этот агент уже почти лунатик. Как вы собираетесь ему помогать, если лекарства все еще нет? Лекарства нет, но есть первый шаг. О чем вы? Я научился определять лунатизм на ранней стадии, до появления симптомов. Теперь мы можем раньше приступать к лечению, или хотя бы поймем, как протекает весь процесс. Значит, очередной тест. Не бойтесь, Уильям. Теперь вы будете экспериментатором. И тайно. По возможности. Да уж, не стоит пугать народ лишний раз. По счастью, детектор определяет инфекцию на большом расстоянии. Держите, проверьте оперотдел, техников, лабораторию, зал совещаний и ангар.
пожалуй, это все. А если я найду зараженных? Отправьте их к доктору Харе. Я буду там, мы постараемся им помочь. Мне надо идти. Как скажете, но если пожелаете, у меня есть эксперименты, которые... Нет, нет. Я поищу зараженных, но экспериментов мне на сегодня достаточно, док. Я вот все жду, что двери лифта раскроются, и оттуда выйдет. Проверьте все и перепроверьте. И еще раз проверьте. А потом все заново. Картер, кто это? Вы не представляете, что мы нашли? Я проверяю условия труда. Картер, вас Барнс. Здесь все нормально. Он вас уже нашел? На Мститель пытался пролезть шпион. Шпион здесь! Черт! Он что-нибудь испортил? Да нет. Мы сейчас все проверяем, но вряд ли он много наворотил. Еще один чужой. Вот черт! Это не чужой, это красный. На нас напали пришельцы, а теперь и от советов надо отбиваться. Эти коммунисты никогда не сдаются. Красный? Как он сюда попал? А он тут давно был. Он пролез на базу еще до нападения. И до сих пор не попался? Я уже хочу с ним поговорить. Где он? В конторе мастера. Вон там. Волк сказал его допросить и расстрелять. Пришли поболтать с Красным? Пустое дело, конечно, но все равно. Удачи. Czemu jesteś tu? Mam jeszcze pytanie. Czy będą tortury? А что, вам это нужно? Я думал просто поговорить. Мне нужно знать, зачем вы здесь. Nic nie powiem na twoje pytania. Нет, скажешь. Myślisz, teraz będę mówił? Jesteś słaby. Wszyscy jesteście słabi. Убивать вас было бы глупо. Неизвестно, сколько вы скрывались здесь. Зачем вас убивать? Нам нужны такие агенты. Чужие — это проблема не только для Америки. Для всех. Мыслишь же, teraz będę mówił? Jesteś słaby. Wszyscy jesteście słabi. Я предлагаю вам сделку. Отправлю вас наверх. Вы сами все увидите. Если я сказал правду, вы работаете на меня. А если нет... Езжайте на Кубу. Не так ладно дмухать мне в каше. А вам-то что? У вас будет пушка. Будет, так сказать, относительная свобода. Дальше не мои проблемы. Файне, может, сам забачишь ты, шибыши. Я рад, что вы с нами. Не сердитесь, что я подслушивал. Вы правильно сделали. Пришлось повозиться, но думаю, он будет за нас. Не верьте ему, Картер. Сейчас люди воюют с пришельцами. Русские, американцы, без разницы. Надо вывести его на поверхность. Показать, что у нас устроили чужие. Как скажете. Могу взять его на вылет. Надеюсь, он поймет, наконец, кто хороший, кто плохой.
собираетесь? Там глазеть нет. Вы неважно выглядите. Загляните в лазарет. Зачем? Так надо. Быстрей. Кто теперь возглавит команду Браво? После того, как Досилва... Если мы останемся живы... Не начинай. Нет, ты не послушай. Что у вас сегодня на чертежной доске? Как всегда. Новое оружие, модули для Мстителя и пара задумок на потом, если... Когда будем восстанавливать общество? Есть у вас новое оружие? Мы с Мёрфи разобрали по винтикам все, что вы принесли, но скрестить их технологию с нашей не так-то просто. Со Мстителем у вас все получилось. Признаюсь, мы не создали бы Мститель без доктора Уира, а заниматься разработкой оружия ему мешает совесть, насколько я понимаю. Мне надо идти. Да, да. Агент, вам надо зайти в лазарет. Что? Но я совсем здоров. Не спорьте. Отправляйтесь в лазарет. Там у них какая-то специальная частота, которая имитирует сигналы мозаики. А, Уильям Картер. Что-то ты слишком довольный для пленного. Ты тоже. Значит, ты нашел фазовый плоттер. Теперь готовишься к этой твоей безумной атаке. Ты же знаешь что-то о фюрере. Если мы его прижмем, чего нам ждать? Фюрера? А, ты о примархе. Ты переоцениваешь себя. Ты понял, о ком я. Скажи мне, к чему готовиться. В отличие от вас, наш лидер терпелив и умен. Не случайно мозаика сделала его лидером. Или ты думаешь, это случайность, что твоя планета так быстро сдалась? Вы ударили из-под тишка. Теперь наш черед. Ну, конечно. Конечно, ваш. У тебя есть имя? Ты совсем не понимаешь суть мозаики. Когда мы связаны, мы мозаика. Именно несущественны. Твои связи оборвались. Кем ты стал? Свободным.
Люди принимают эту свободу как данность. Никуда не уходи. Вдруг понадобишься. А есть выбор? Конечно, нет. Желаю тебе удачи в бою, Уильям Картер. Твой план самоубийства. Но лучше умереть, сражаясь. Я не хочу умирать. Вы не умираете, кажется. Хоть здесь зараженных нет. Я почти нашла его. Он так близко. Позвольте мне этим заняться, и я принесу его голову на блюдечке. Фюрером займется Картер. Это его работа. Отправьте нас обоих. Никто никуда не поедет, пока мы не узнаем, где его искать. Агент Вивер, я понимаю, что вас связывает с фюрером, но ваши эмоции могут помешать проведению операции. Можем хоть как-то облегчить их участь. Мы не дали чужим увести их, черт знает куда. Это уже кое-что, правда?